Строительство замка с золотыми куполами для областного правительства за вторым корпусом Кремля тянет на 1,5 миллиарда рублей. Эта информация, тщательно скрывавшаяся, получила официальное подтверждение. Губернатор Валерий Шанцев ответил на неоднократные запросы депутата-коммуниста Владислава Егорова. Работ произведено на 600 где-то миллионов рублей, что надо еще 1,1 миллиард. Понимаете? При том, что мы видим уже практически там возведенное здание, все там подземные там этажи все, так сказать, подготовлены. Так что там еще 1,1 миллиард на что? Два внутренних двора атриума, перекрытых стеклянными шатрами. Площадь, схожая по пропорциям с площадью перед Казанским собором в Санкт-Петербурге. Таким видят дом правительства областные чиновники. Все требования умного дома здесь также учтут. Автоматизированная система жизнеобеспечения, центральное кондиционирование воздуха, а также воздушное отопление подземной автостоянки. Все, как говорится, без излишеств. Всего в новом доме правительства будут работать 1275 чиновников и обслуги. Но как бы стройка ни продвигалась, чиновники от нее открещиваются и говорят о жесткой экономии бюджетных средств. В Минфине озвучивали, что только 7 миллионов рублей потратили из бюджета области в 2015 году на завершение каких-то работ. Якобы, если кто-то и работал на строительстве объекта, то делал это чуть ли не бесплатно, в счет будущих платежей. Непонятна была ситуация с какими-то авансовыми работами, которые якобы производились без оплаты, кем-то просто по доверию. Я вообще с трудом нашел бы сейчас строительную компанию, которая бы работала бесплатно, с, как говорится, просто под доброе слово гарантии кого бы то ни было, даже правительства. Дом правительства строят с 2007 года. По сути, это здание можно и к долгостроям отнести. Вот закончится самая важная стройка города, тогда и ямы на Молитовском мосту залатают, и проиндексируют льготы пенсионерам и дадут свободу предпринимательству. А пока все внимание на этот объект. Анастасия Грибова, Георгий Захаров, столица Нижней.